Знаете, будучи поглощенными вашим искусством, искусством ваших прекрасных тренеров, большинство из них я знаю, они об этом не догадываются даже, мы забыли обо всем. Мы забыли о том, что проходит турнир в Австралии Большого Шлема. Мы забыли об этапе Кубка по биатлону. Мы забыли о лыжах, обо всем. И что теперь, когда вы уедете? Я полагаю, вы поняли, к чему я клоню, особенно белорусы. Та атмосфера, которая была на Минск-арене, то больное состояние в хорошем смысле нашего белорусского общества в эту неделю. Мы заслужили, я обращаюсь к организаторам, мы доказали, что мы можем принять чемпионат мира здесь. В этой связи я хочу поблагодарить от всей души, от всего белорусского народа, от наших гостей, которые прибыли в столицу, город-герой Минск, поблагодарить Международную федерацию конькобежного спорта, председателя этой федерации, за то, что они не побоялись и доверили нам впервые в истории суверенной независимой Беларуси провести этот чемпионат Европы. Я слышу оценки, они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я вам обещаю, что вы не пожалеете.